Эмоции самые положительные, если бы не травма Арии и травма Денисова. А так все, наверное, и не думали, что «Локомотив» может за 7 дней 3 игры сыграть. И завершающая игра, она, на мой взгляд, была это самая лучшая игра, ну, при моем участии. На сегодняшний день я очень благодарен ребятам. Во-первых, была большая самоотдача. Ну, конечно, выдержали большое давление ЦСКА, а потом предложили свои правила игры, и я считаю, что мы заслуженно победили. А то, что касается Арии, он получил травму, наверное, сложно сказать, но достаточно серьезную. Наверное, какая-то предстоит операция, сложная или несложная, но он на долгий срок выпал. Юрий Павлович, в первую очередь, за счет чего удалось одержать эту победу? Можете каким-то одним словом охарактеризовать вот главную причину? Ну, во-первых, я ими восхищен, потому что они запомнили то поражение, которое у нас здесь было, и очень собрано проводили эти два дня после Тулы, где нам сложно давался матч, у нас все-таки сил не было после дополнительного времени с «Спартаком». Но они нашли волевые усилия, они нашли, как подготовиться к этому матчу, потому что мы запомнили то поражение надолго. Сегодня мы отыгрались. Вы одним словом уже похвалили Михаила Лысова. Если поподробнее чуть-чуть о его игре, все-таки было и много ошибок с его стороны. Ну, конечно, были. Он первый раз вышел на такую арену потрясающую. Конечно, были, но положительного было значительно больше, чем ошибок. И не так просто сдержать тот фланг, где играет Фернандес. Он, на мой взгляд, справился с этим. Несмотря на победу, сегодня Гильерме совершил, как показалось, несколько ошибок. Не повлияет ли это на ваш выбор вратаря на следующий матч? Нет, Гильерме на сегодняшний день он номер один. Наш вратарь, а на следующий матч посмотрим тренировочную работу, посмотрим, как он будет готовиться к следующему матчу. У нас есть и второй, и третий вратарь достаточно хорошего уровня. Если Гильерме будет уверенно выглядеть в тренировочных занятиях, значит, он продолжит играть. Бывает все. До этого он с Тулой, вы же помните, он какой мяч выручил. Невероятный. Все бывает. Но игроки молодцы. Молодцы, выручили и команду, и его. Когда вот Тари получил травму, показалось, что была какая-то перепалка небольшая между вами и Головиным. Да, была. Что произошло? Я сказал то, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил этот мяч, и к мячу подобраться нельзя было. Но я не видел, кто, например, этот прыжок или подкат, это называемый, я не видел, кто нанес. А вот конкретно по плану на игру, вы изначально планировали играть чуть скромнее сзади, держать оборону, а потом уже во втором тайме прибавить. Это получилось так или это был ваш план? Когда выигрываешь, всегда план получается. Как проигрываешь, план рушится. Какой план был у нас, он останется в команде. А разве мы что, мы мало атаковали разве? Мы атаковали много, у нас моменты были еще больше, чем у ЦСКА. Матч перенесли, всего два дня между играми на восстановление. Изменился ли этот самый план? Может быть, говорили, изменился, что футболистам? Изменился, конечно. Мы практически проводили восстановительные тренировки.